Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика», в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Преодолеть безработицу. На совещании в Доме правительства обсудили текущую ситуацию на рынке труда. Лучшие из лучших. Глава Чувашии вручил государственные награды. Профессионалы своего дела. ОНФ подвел итоги журналистского конкурса «Правда и справедливость». На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили текущую ситуацию на рынке труда в республике. Количество безработных по сравнению с августом снизилось вдвое. Безусловно, на цифры влияет и положение в экономике. Если производство, сфера бытового обслуживания работают, то и цифра безработных снижается. Так случилось и на республиканском рынке труда, когда в августе был скачок. Сейчас ситуация нормализовалась. На сегодняшний день численность безработных составляет 15 тысяч человек. В текущем году при плановых значениях трудоустройства не менее 30 740 человек, в настоящее время удалось трудоустроить 38 089 человек. Из них на постоянные рабочие места немногим более половины трудоустроено 50,2% к общему количеству трудоустроенных. Немногим менее половины трудоустроены на временные рабочие места, то есть на тот период, пока граждане находятся у нас в поиске постоянной работы. Снижению напряженности на рынке труда способствовали дополнительные меры поддержки. В соответствии с федеральным законом в стране начинается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение пенсии. В этом году пенсию назначат женщинам в возрасте 55,5 лет, мужчинам в возрасте 61,5 года. Кроме того, люди, воспитывающие 4 детей, начнут получать пенсию с 56 лет. Также с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 6,3%. На 2021 год стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 98 рублей 86 копеек. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 6044 рубля 48 копеек. Среднее увеличение по Чувашской республике составило 848 рублей. И вот после повышения размер пенсии у неработающих пенсионеров по старости, кто получает, составляет 15 533 рубля. Еще одной темой обсуждения стали новогодние корпоративы. В условиях пандемии была рекомендация Роспотребнадзора их не проводить. Однако некоторые владельцы кафе и ресторанов все же рискнули это сделать. Олег Николаев призвал максимально жестко отреагировать на факты нарушения. Другие предприятия общественного питания, видя вот такое нарушение со стороны отдельных участников рынка, задают правомерный вопрос, почему одним можно, а другим нельзя. Вот в связи с этим, еще раз, коллеги, вот обращаюсь прежде всего к предприятиям общественного питания, к собственникам, к менеджменту. Важно, коллеги, давайте мы будем все-таки благоразумны. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. 16 тысяч заболевших, из них более 14 тысяч выздоровели. Многие находятся пока в больницах и лечатся на дому. Такова оперативная сводка сегодняшнего дня. О напряженной работе, которая стала уже нормой, о взаимопомощи и чувстве благодарности. Говорили сегодня на встрече с руководителями ковидных отделений заместитель председателя Кабинета министров Алла Салаева и министр здравоохранения Владимир Степанов. Цифры и факты, ставшие обыденностью. Нагрузка на врачей в этом году выросла в разы. В кратчайшие сроки им пришлось мобилизовать кадровые ресурсы, средства и силы. Интенсивность работы скорой – 130 специальных бригад, более 400 единиц автомобилей. Количество вызовов увеличилось в пятикратном размере. Особая сложность была в том, что вначале никто не знал, насколько опасен вирус и как с ним бороться. Статус ковид-госпиталей получала одна за другой городские и районные больницы. Более 2000 медицинских работников были задействованы, они продолжают свою работу на сегодняшний день в борьбе с коронавирусной инфекцией. В течение всего этого времени развернуто более 3000 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19, а это практически более 30% всего коечного фонда Чувашской республики. И мы прекрасно понимаем, что перепрофилируя отделение стационара, оказывающее плановую стационарную помощь под ковидные койки, тем самым есть риски, и они имеются на сегодняшний день. Это ограничение плановой помощи. Но тем не менее, все маршруты были перестроены. Соответственно, те
пациенты, которые нуждались в оказании специализированной медицинской помощи, были переориентированы, перенаправлены в другие учреждения, где и получали эту помощь. Врачи приняли вызов и быстро переориентировались. У них появились бесценные помощники. За этот период пролечено практически 3000 пациентов. Это достаточно большая цифра. И только бы силами врачей мы, наверное, бы не справились. Потому что большую роль и помощь нам оказывают волонтеры-медики, которые не только сидят в колл-центре, разносят медикаменты амбулаторным пациентам, но в то же время помогают врачам на приеме, оформляя медицинскую документацию, давая рекомендации под руководством непосредственно наших докторов. Надо было срочно решать вопросы по протоколу лечения, организовать бесперебойную поставку лекарств и необходимого оборудования. В борьбе с опасной инфекцией участвует более 2000 работников. Сейчас обстановка немного стабилизировалась. Госпитали, они все уже оснащены необходимым оборудованием. Это и дыхательное оборудование, и мониторы слежения, средства индивидуальной защиты, и самое главное, лекарственными препаратами. И можем сказать, что на ближайшие праздники и ближайшие месяцы сформированы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Ну, тяжелые больные есть, но мы по сравнению с уходящей неделей имеем уже относительную стабилизацию. По ВКС-связи во встрече приняла участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Специалисты подчеркнули, работа выстроена так, что смогли оказывать даже плановую помощь. Особенно всех тронула акция «Спасибо, родные доктора». Безусловно, еще раз поблагодарить врачей в лице главных врачей, но также озвучить те вопросы, над которыми нам необходимо усилиться и в выходные дни, и в праздничные, и также с краткосрочным посылом на январь, февраль. Общественная поддержка, как немедицинская помощь медикам, больницам, медицинским организациям, которую мы видим, которую мы получаем буквально, если можно так выразить, со всех сторон. Такой мощный вал поддержки, он в хорошем смысле этого слова изумляет и очень поддерживает, вдохновляет на дальнейшую борьбу с коронавирусной инфекцией. В общем-то, и мотивирует работать, работать и работать. Каждая их смена – вызов их опыту, профессионализму, выносливости и, наверное, человечности. Врачи уверены, что вместе можно справиться с любой бедой. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошеин, Александр Атяков, Республика. Уже по традиции в канун Нового года в Доме правительства вручили государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. Благодарности и почетные грамоты вручили тем, кто трудится на земле, работает на производстве и воспитывает детей. Каждый из нас, не только здесь сидящих, каждый, кто живет в Чувашской республике, кто работает, трудится на различных местах, конечно же, желает и делает все для того, чтобы республика была комфортной, была безопасной, чтобы здесь было приятно находиться, растить своих детей, ну и, конечно же, смело смотреть в будущее. Впервые медиков республики удостоили ордена Пирогова. Напомним, его учредил весной глава государства за особые заслуги в борьбе с опасной инфекцией. Главный врач Центральной городской больницы Чувашской республики Татьяна Маркелова получила благодарность президента России. Для меня, конечно, очень огромная честь получать сегодня вот эту награду, но втройне мне приятно, что эта награда является оценкой работы, то есть признания работы нашего целого коллектива, всех медицинских работников, тем более в такое непростое время в борьбе с коронавирусной инфекцией, и вдохновляет на дальнейшую работу на благо пациентов нашей республики. У каждого из 26 награжденных своя любимая работа. Они привыкли выполнять ее профессионально, с полной отдачей сил. Глава региона пожелал им новых побед и удачи в следующем году. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. В деревне Хучель Канашского района открыл двери один из трех домов культуры, построенных в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». С
Своего здания у клуба не было, и он размещался на базе школы. Два небольших помещения общей площадью 20 квадратных метров положение не спасли. Новое здание построено по всем современным стандартам. Зал на 100 мест, отдельные гримерные комнаты, помещения для кружковой работы. Условия не хуже, чем в городе. В клуб будут ходить жители 6 деревень. Здесь можно проводить концерты, театрализованные праздники. Многофункциональность сельских домов культуры закладывают уже на стадии проектирования. Для библиотеки тоже предусмотрено место. Идеальная модель сельского дома культуры или сельского клуба – это удовлетворение потребностей живущего на этой территории населения в проведении культурных и досуговых мероприятий. То есть это многофункциональная площадка. «Родители 3.0». Проект под таким названием реализуется в Чувашии вот уже второй год. Это часть нацпроекта образования. Ключевая задача – комплексная помощь родителям, консультации по вопросам воспитания, развития, образования. Как реализуется проект в Канаше, выясняла Юлия Важенина. По какому вопросу вы к нам обратились? У нас в нашей семье возникла такая проблема. Это задержка развития наших детей. У Марии Андреевой двое детей. Арсений и Таисия – двойняшки. Им по 3,5 года. Мама заметила, что дети не так хорошо говорят, как их сверстники. На помощь пришел центр «Азамат». На его базе работает консультационный пункт, и здесь занимаются именно с родителями, чтобы помочь им решить проблему. Эта программа действительно нужна, потому что я считаю, что с такими проблемами, как у нас, сталкиваются многие семьи. Но по незнанию своему они, получается, пытаются сами решить эту проблему. Но каждый, я думаю, что родитель должен понимать, что знаний-то своих ему недостаточно. Нужно обязательно обращаться к специалистам. За время реализации проекта помощь получили более 2000 семей. Проблемы семьи Андреевых – одна из самых распространенных в центре. Важности и нужности данного проекта не возникает. Никаких сомнений, так как родители могут получить консультацию и онлайн, и по телефону. Многие из них носят профилактический характер. То есть многие проблемы, которые могли бы усугубиться, они решаются на моменте этих обращений. «Азамат» работает только по городу Канаш. Помощь по всему району оказывает центр образования и комплексного сопровождения детей. Их направление деятельности обширнее. Специалисты, работающие в городе Канаш от нашего центра, они больше занимаются подготовкой школы приемного родителя, то есть кандидатов, замещающих родителей, будущих приемных родителей, те, которые готовы принять на воспитание в свою семью. Семья Портелли уже состоялась как родители. Они уже вырастили 5 детей. А сейчас задумались взять под опеку еще одного ребенка. Для этого Антон и Надежда посещают школу приемных родителей. Психологи все опытные, они нам все дают советы, как нам поступить, может, или как нам вообще быть. Потому что ведь это, в общем-то, не родные дети, это же совсем другое. Это ответственности гораздо больше. И мы, может быть, не знаем, как надо, в общем, с ними общаться и налаживать хороший контакт, как бы нам хотелось. Специалисты центра помогают решить не только одну конкретную проблему. Как правило, они взаимосвязаны. Поэтому семьи остаются в поле зрения и после окончания занятий. Так легче добиться ожидаемого результата. Кстати, услуги центра бесплатные. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Оксана Ильина из Новочебоксарской школы номер 2. Победитель всероссийского мастер-класса учителей родного языка. Очный этап прошел в Москве. В нем приняли участие педагоги образовательных организаций, прошедшие успешно заочное испытание. Оксана Ильина преподает чувашский язык и литературу. Она победила в республиканском конкурсе учителей родного языка 2020 года. Всероссийский мастер-класс проводится с 2007-го. Он направлен на сохранение языков и культур народов России. Более 6000 работ в этом году прислали журналисты со всей страны на всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». Сегодня наградили лауреатов. В числе победителей и мои коллеги Юлия Важенина и Ольга Пырочкина. Конкурсы Народного фронта крупнейшие в России как по географии участников, так и по количеству присланных материалов. Его эксперты с помощью журналистов привлекают общественное внимание к таким недопустимым явлениям, как коррупция, неэффективное использование бюджетных средств, неисполнение майских указов президента. Все те работы, которые вы готовили, направляли на этот конкурс, они так или иначе затрагивали, безусловно, в первую очередь проблемы, которые интересовали наших граждан, но и в то же время они коррелировались с вопросами, которые непосредственно
соответственно, обозначил для руководства нашей страны, для правительства нашей страны, для, соответственно, глав регионов, субъектов Владимир Владимирович Путин по своему непосредственно майскому указу. Каждый год итоги конкурса подводятся на медиафоруме ОНФ, на который съезжаются журналисты со всей страны. Но этот год стал исключением. Все из-за пандемии. Лауреатов наградили в своих регионах. Сразу два журналиста национальной телерадиокомпании «Чувашии» в числе победителей. Эксперты оценили сюжеты Юлии Важениной на тему экологии. Ольга Пырочкина освещала проблемы, связанные с ремонтом дорог. Вот, а я, позвольте, вас хотел бы поздравить, наградить тоже свидетельством лауреата нашего конкурса. Очень рада. Кстати, журналисты из Чувашии побеждали во всех конкурсах, так что прерывать победную серию республика не планирует. Глава Чувашской республики Олег Николаев ответил на вопросы ведущего одного из российских федеральных телеканалов Дмитрия Хаустова. Речь шла об итогах уходящего года и перспективах развития региона. Вы были депутатом Государственной Думы, председателем комитета, и по большому счету, ну это статус министра же получается. И тут вдруг вот такое решение нашего президента, когда он вас вызвал в свой кабинет и предложил вам возглавить республику, и вы не отказались. Ну, я думаю, что это одно из таких предложений, от которых не отказываются, но, с другой стороны, это очень ответственно, ну и, конечно же, очень почетно быть одним из руководителей Чувашии и на самом деле попытаться сделать так, чтобы Чувашия, использовав все те возможности, потенциальные возможности, все те ресурсы, рванула вперед. Интервью главы региона смотрите сегодня в 20:30 на национальном телевидении Чувашии. Это главные новости республики в понедельник, 28 декабря. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.